Всем привет, дорогие друзья, другие подруги, здрасте. Человек удивительное существо, знаю по себе. Есть люди, которые все хватают сразу, бум, и всегда все делают правильно. Есть. Но, к сожалению, таких не большинство. А большинство – это самые обычные люди, у которых, когда утки на седьмые сутки, у которых, я это и так знаю, что там такого особенного, все это фигня, и так разберемся, я и так знаю. И добавьте там своих еще штук 10-15, и по итогу мы манкируем элементарными вещами. Казалось бы, сколько я уже веду блог по бритью? Да уж, наверное, лет 5, да? И казалось бы, ну, должен знать карту своих волос, как свои 5 пальцев. А нет, ребята, нет. Вот сейчас вот что-то вот как-то задумался после больнички, вышел, посмотрел и увидел нюансы, которых раньше не замечал. Ребят, учитесь на чужих ошибках. Старайтесь их сами не совершать. Изучите карту своих волос. Это делается элементарно просто. На пике своей волосяной активности, когда у вас здесь уже что-то такое есть, вот как раз в этот момент и обратите внимание, как же они у вас растут-то, родимые. Если у вас это не так уж часто бывает, то делайте самое простое, что можно сделать. Возьмите тот телефон, который у вас есть под рукой, и зафиксируйте. Будет минутка свободная, так раз, вышел, посмотрел, раз, вышел, посмотрел, до тех пор, пока не будешь знать, как свои 5 пальцев. А для чего же это нужно? Старичкам смысла объяснять никакого, потому что они и так это все знают. Новичкам им бы хотелось сказать, разница есть, ребята, есть, и это нужно по многим причинам. Во-первых, если вы будете бриться с учетом знания карты роста ваших волос, именно ваших, а не тех схем, которые вы посмотрели у какого-то ютубера в интернете или у какого-то издателя в каком-то издании, то вы, во-первых, повысите комфорт вашего бритья, во-вторых, вы минимизируете тот вред, который вы могли бы нанести своей коже, особенно если она у вас чувствительная. И по большому счету сам процесс бритья будет проходить для вас как можно больше безболезненно, то есть еще с большим кайфом. Вот это я вот так вот со своей точки зрения так понимаю. Ну а в чем разница? Ну вы же понимаете, если вы бреете по росту волос, это самый щадящий режим. Тут можно делать длинные стежки и проделать большие проходы, потому что по сути вы просто снимаете в самом щадящем режиме. То есть волос никогда не растет прямо, он всегда растет под углом. В худших случаях редко, очень редко, но все же бывает, сука, он стелится. Стелится для тех ребят засада. Потому что как чаще такие волосы, как правило, такие волосы, они предрасположены к врастанию. Так вот, когда он растет под углом и вы бреете по, вы меньше всего воздействуете на свою кожу. И волос вы сбриваете не полностью. Вы сбреете его где-то, ну, может быть, там на 2/3, да? Потому что с полностью вы сбрить не сможете, потому что вы когда ведете, вы его пригибаете. Что-то прильнет к коже, что-то вы срежете и пошли дальше. Когда вы бреете поперек, тут картина несколько другая. Он тоже изогнется, он тоже, сучонок, найдет куда там нырнуть, потому что вы ему не в лоб бреете, и он все равно может отойти от вашего лезвия. Совершенно другая картина, когда вы бреете против роста. Это самый максимум. Максимум по частоте сбривания, потому что в этом случае ему сгибаться уже некуда, и вы его сбриваете уже практически под корень, особенно когда вы берете и оттягиваете кожу. Потому что когда вы кожу оттянули, так тыкс, ну, сами понимаете, да? Он возбудился, встал, и говорит, тырц, под корень, и все, нет родимого. Но в это же самое время вы и наносите максимальный вред своей коже, особенно если давите. Не давите, никогда не давите. Вот даже вот будет желание, все равно не давите. Легкий станок, все равно не давите. Если чувствуете, что не бреет, лучше лезвие поменяйте. Ну и получше оттяните, конечно, кожу. Бритье. Именно вот на этой волне я хотел бы сегодня провести полностью все видео. Вы дуете на крупный план, смотрите там что да как. Особенно благодаря Виноградову Георгию, город Москва, я смогу вам показать очень интересную штучку сегодня. Вы пока разглядывайте, а я начинаю. Догоняйте.
предметы сегодняшнего обзора, а теперь обо всем по порядку, естественно, начиная с бритвы. Разорак Baby Smooth, трехсоставная, сделана из алюминия 6061, выпускается в трех видах расцветки, это серебряная, черенькая, вот такая вот синенькая, как у меня, с изюминкой, не без этого, у них различное покрытие, как на ручках, так и на голове. Если ручка у нас вот такая блестящая, посмотрите, глянцевая, как они говорят, то верхняя часть, то есть нижняя плита и крышка у нас матовая. Бритва не тяжелая, общий вес 38,8 грамма, вес ручки отдельно 25,8, при диаметре 12,9, при длине 90,7 мм. Общая же длина бритвы 96,6 мм, при длине головы 43,82, зато ширина опять удивляет 25,15 мм. Ну, как вы понимаете, если это бритва от Razorak, то она не может быть просто так вот, бритва от Razorak, она должна быть с историей. История этой же бритвы такова, что она разрабатывалась специально для людей с чувствительной кожей и для ежедневного бритья. Для этого, по мнению компании, она должна была соответствовать нескольким требованиям. Первое из которых, бритва должна быть простой в использовании, а поиск правильного угла атаки должен быть интуитивно понятным. Следующее, режущее действие должно быть эффективным, но мягким. Геометрия головы должна способствовать уменьшению вросших волос и ожогов после бритья. Ручка должна быть удобной и обеспечивать оптимальный захват даже при использовании самого скользкого мыла, крема или масла. Бритва должна быть изготовлена обязательно на станках ЧПУ, и бритва должна предлагать беспрецедентное соотношение цены качества на рынке безопасных бритв с двумя изделиями. Но, ребят, не все так просто. Для тех, кто раскатал губу и думает, что сейчас как что-то получит, так получит, в конце компания предупреждает. Пожалуйста, не ожидайте совершенства от этих бритв, хотя качество чрезвычайно высокое, бритва, вероятно, не будет идеальной на все 100%. Они обработаны до высокого качества использования, а не как драгоценный камень. Можно ожидать появления не каких-то там изъянов или следы от фрезы. Если вы ищете или ожидаете ювелирного качества, эта бритва, вероятно, не для вас. Ребята, шедеврально и монументально. Для тех людей, вот, кто пишет Razorak тексты, я просто в очередной раз снимаю шляпу. Это просто молодцы. Ну, с моей точки зрения, вот если судить, конечно же, по этой бритве, та надпись, которая в конце, она, мол, типа, если вам не нравится, валите. Она чрезмерна, потому что с качеством вот так вот, даже если посмотреть, здесь все в порядке. Но, вероятно, там у них за бугром тоже есть эстеты, которые до чего-то докапывались, и вот компания именно это и написала. Предложение следующее. Мы с вами в прошлый раз брились лезвием Aster, красненьким вот этим, Big Aster. Давайте, знаете что, давайте, наверное, и сейчас его поставим. В этот раз будем прямо на крышку класть, устанавливать и закручивать. Вторая ходка для этого лезвия, я считаю, что ни о чем. Добавьте к тому, что лезвие, ну, оно выше среднего по остроте и по агрессивности. Мне понравилось. Смотрим, как это все выглядит. Я вам даже покрупнее сейчас сделаю. Ну, тут норм. Все в порядке. Вот этой красоткой Baby Smooth сегодня и побреемся. Дальше. А дальше, ребята, у нас Mediterranean. Это подарок с Украины. Стас, по-моему, год или два назад прислал вот эту вот красоту. Год 2019, видите, да? Это ребята специально разработали для канала Home Like. Вот именно так вот этикетку сделали. Что такое Mediterranean вообще? С чем его едят? Совершенно неожиданно как-то получилось так, что вот мыло Mediterranean стало пользоваться бешеной популярностью на Украине, да и у нас в России тоже, потому что первая партия, которую выпустили ребята, она была просто огонь.
Потом долгое время это мыло не выпускали. Причина проста. Одного из компонентов не хватало. Ребята все искали, 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 но так и не смогли его найти. Но нашли какое-то что-то там похожее и выпустили. Да, это тоже было неплохо, но уже не такой огонь, как первый раз. Но на основные качества мыла это не влияло. Вот одна из этих вот, ну, в смысле, один из этих образцов со второй партии, и Стас мне и прислал, за что ему огромное-огромное спасибо. Давненько у меня его не было, и вот, наверное, вот сегодня, а что бы и не день-то, чтобы взять его и использовать. Состав поставьте на паузу, почитайте. Основная причина, почему я сразу к нему как-то так, знаете, не проникся, это запах. Запах почему-то показался мне не мой. А вот сейчас, вот, когда я на полочке все перебирал, думал, а чего бы нет-то, вот, вот раз, и ребята, знаете, уже мой. То ли оно настоялось, то ли жизненный опыт у меня за этот год изменился, и мозги на место встали. Я хз. Но сейчас мне запах нравится. Посмотрим, так ли это будет ли в брите. Но пока все нормально, все хорошо. Мыло твердое. Мыло твердое, и вот так вот, вот если вот так вот, вот так вот, вот так вот, так вот будете давить, то не так уж, чтобы и много продавите. Вот видите, чуть-чуть только соскользнуло. Но в любом случае, первый раз, когда я пользовался этим мылом, эффекта капитана Каланан Колк не было. То есть с набором, с эксплуатацией здесь было все просто отлично. Ну, надеюсь, в этот раз не подведет. Еще раз огромное спасибо украинским мастерам и Стасу лично. Ну, чтобы сильно не выеживаться, взял сегодня и решил синтетику от Яки. Но, чтобы чуть-чуть, знаете, так усложнить, решил взять не что-то такое, а что-то вот такое. То есть, вот по сути, у нас сегодня, ну, наверное, одно из маленьких произведений яковских мастеров, которые что-то могут сделать. Во-первых, начнем с диаметра. Это всего лишь 22 мм, ребята. Но 22 мм непростые. Вот здесь вот по округе они распушаются аж до 25,5. Это при весе, это 70 грамм. Общая длина 98, а длина ручки я даже выписал 48 мм. На узел остается 50. Почему эта ручка, эта кисть? Эта кисть от Яков застряла у меня. Понравилась в работе. Это мне напоминает, ну, Биг Брюс, наверное. Вот как-то его. Что-то вот у них есть такое. Мне нравится, знаете, не крайности, а что-то среднее. Вот и не мягкое, и не упругое. И не жесткое, и не твердое, и не пушистое. И не вот, вот, знаете, вот нормальное мне нравится. И вот эта вот кисть меня вот этим вот импонирует. Но если уж говорить еще и за слоновую кость, ну, а-ля слоновая кость, яркую такую красивую, ну, умеренную надпись, а-ля классическую английскую ручку, ну, сами понимаете, что такая вещь не может не нравиться. Если вы еще сомневаетесь, ребята, я вам скажу, что это стоит 14,86 бакса. Это вообще ни о чем. Да люди уже и сами давным-давно уже оценили. На сайте там, по-моему, где-то под сотню счастливых обладателей поставили общую оценку этой кисти 4,9 из 5. Согласитесь, немало. Я думаю, что и сегодня она отработает как нужно. Финишную точку сегодня будем ставить Эдвин Джаггером, увлажняющим лосьоном английского производства с запахом лайма и померанжа, который в свое время предоставила нам опасная бритва РФ. Лосьон, почему он именно сегодня? Ну, во-первых, он для нормальной чувствительной кожи. Во-вторых, у нас как бы уже снег лег, это уже полузимний вариант. В-третьих, им совершенно несложно пользоваться, даже ничего делать не надо. Раз просто кнопку нажал, там помпочка стоит, само все вылетело. Делается все элементарно просто. Ну и во-вторых, он интересен в работе. Мне нравится, как он покрывает кожу. Сегодня я задумал эксперимент один. Да, я думаю, уже в курсе. Вот он, скорее всего, нам сегодня поможет лучше всех. Ну а теперь что? А, да, 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 да. Новый бриллиант в моей короне. Красиво сказал, да? Ребята, короны нет, бриллианта тоже. Просто нравится мне эта стекляшка. Вот и решил я сегодня тоже, да, наверное, постоянно буду таскать, пока новый себе не выплавлю. Вот, еще будет вот этот кусок хвоста. Кто? Именно хвоста, я хотел сказать. Все, пошли бриться. Для того, чтобы сделать кашицу, я, наверное, пойду необычным путем, которым никогда не ходил. Я вот так чуть-чуть возьму мыльца.
жопиться не буду. Вполне вероятно, что хватило бы и меньшего количества. Но что-то мне сегодня хочется кайфануть. Так, и выкладываю все это у чашечку из карельской березы. Спасибо Урмасу. И давайте, наверное, добавим водички. Чтобы сильно не переборщить, много воды не буду добавлять. Это знаете, на что похоже? Молодежь-то вряд ли застала. А я помню, как мама в 70-х годах, я уже тогда чуть-чуть, ну, все равно был сопля, но уже хоть что-то соображал. Она перед каждой стиркой брала хозяйственное мыло и на терке его терла. И вот что-то там кипятила, что-то там замачивала, что-то там такое делала. И обязательно терла его на терке. Никогда и кусковое мыло там не шло. Но вот почему-то мне вот по напевам всего этого захотелось сделать так же. Сейчас, пока все это маленечко покиснет. Вот так вот. Видите, да? Ну, а у нас с вами будет время сделать первый компресс. Так, помазок убирать не буду, пускай остается здесь. Хорошо. Ну вот, как всегда, мокрый. Ну, ничего страшного. Вначале считал. Считал 2 минуты, чтобы так с компрессиком посидеть. А потом заметил, что толщина того полотенца, вот, которое вот у меня, собственно, есть, она такова, что через 2 минуты оно уже остывает. И перестал считать. Остыло, все, соскочил, все нормально. Так, здесь у нас уже маленечко расквасилось. Сейчас я не буду стараться тут что-то взбивать. Сейчас я буду стараться разбить вот эти вот комки. Ну, побочно, конечно, помазок, зараза, что-то впитает, но спасает только одно и утешает одно, что синтетика, она не такая жадная, да, пожрать, как барсуки. С барсуками там, да, там было бы, конечно же, веселее. К моему удивлению, в чаше ни хрена не осталось. Все в помазке. Но все-таки какая-то никакая сметанка вон там вот образовалась. Так, что же будем делать? Я думаю, что сейчас... Да, наверное, помазком и начну наносить на лицо, да? Опа. А потом, если что, в конце концов, баночка-то у нас рядом. Всегда можем добить и всегда сделать все как надо. Так, ну, давайте попробуем. Сейчас просто буду наносить эту массу. О, так у нас, в принципе, все складывается как нельзя лучше. Так, вот этого безбилетника обратно. Смотрите, у меня в чаше осталось несколько кусочков. И я думаю, что сейчас вот это вот все покушаю, сейчас я это руками вотру, а потом, когда уже пойдет дело по-серьезному, я просто добавлю воды и вот из этого всего взобью пену и уже будем наносить. Так, ну давай. Да, ребят, вырезали мне эту хрень. Там ничего такого лично для меня. Там на пол сантиметра дырка красная. Ну, амбразура такая. Я вообще не хотел ничего делать. А любимая, да ну ты чего, тебя разные люди сможет. Да так ничего, да так нельзя, да так Иванов, там пожалей людей, там, а что жалеть, там кровища, кишки, там что, нет, там все нормально. Но с любимой спорить, сами знаете, себя не уважать. Поэтому я просто одну минуту не сопротивлялся, она изловчилась и нашла где-то красный круглый лейкопластырь. Я говорю, ну а ты прилепила. Да мне не трудно что. Сейчас подоживет маленько, вообще без него ходить буду. А по улице так в обычной жизни я без него хожу. Люди не шарахаются, все нормально. Так, втираем не просто так, втираем против роста волос. Здесь они у меня вот так вот идут. Здесь поднимается,
Здесь вот так по диагонали сразу, зараза, поперли. А здесь только чуть-чуть внизу и вот так вот сразу вверх. К сожалению, несимметрично. Я не Ленин и не Александр Македонский. Я в разные стороны по-разному руками делать не могу. И пять делать одновременно тоже. Поэтому я так по очереди. Ну, а здесь вот так вот, а потом так. Ну чё, ну всё, я так думаю. Так, если по дяде Фиме, то надо сейчас подождать, пока вот это всё осядет, а потом брить. Но что тут ждать? Я думаю, что сейчас вот с этим вот совсем добрищем я, наверное, еще на один компресс уйду. А потом уже и с новой пеной, и с тем, что там останется, мы с вами новое камельфото и наведем. Я думаю, это даже будет лучше, чем как у дяди Фимы. Не, ну там-то поток, сами понимаете, а у нас тут какой? У нас тут индивидуальный подход. Так, ну давайте будем поглядеть, что мы тут можем еще изобразить. Во-первых, возьмем немножечко водички. Так, ну тут еще на лице кое-что осталось. Все нормально, все хорошо. О, ну отсадило. Я думаю, что у нас тут всего хватит. Всего того, что мы с вами наколупали. Вот это плюс вот это хватит. Я думаю, еще останется. Я вот смотрю, там не разбитые кусочки. Давай, варись, пенка большая и маленькая. Не, ну, хорошее мыло плюс синтетика, это, конечно, огонь, огонь. Тут можно чудеса творить. Ну, синтетика даже с говёным мылом тоже что-то может слепить. Ну, конечно, из говна и палок хуже что-то мастерить. Поэтому лучше всего, конечно, когда мыло хорошее. Хорошее. Но уж чё-чё, а мыло-то на Украине всегда умели делать. Так что... Я за это не переживаю. Вот так вот еще водички добавлю. Да и Стас бы какашку не стал присылать. Вот что у нас. Вот оно что. Ну, пожалуй, что вот, наверное, этого и будет достаточно. Давайте наносим. Тем более, по моим замыслам, этого более чем достаточно. Я еще не раскрыл полностью все свои планы, вы еще не догадываетесь, но сейчас нанесу пену, и вы все поймете. Кистевым нанес полностью на весь объем, потом в раскоряку, чтобы под каждый волосок загнать. Упругость помазка, она норм. Она не в соплю, не в жескач, никуда не уходит, она норм. Но при всем при том, она очень хорошо, очень-очень хорошо, даже вот just perfect. Соблюдает свои такие, знаете, вот лялечка, гладенькие качества. Не случайно я на крупном плане говорил про Big Bruce. Big Bruce вот в этом плане, он даже, ну, да простите меня, господи, сопливее, он мягче. Хороший, хороший, ребят, не бузите, все нормально. Но вот этот вот, он, вот над децл, вот все-таки интереснее. Ну, для меня лично, конечно. Ну все, думаю, с основной задачей мы справились. Теперь пока уберем эту сторону, вот так, это сюда нам больше пригодится, это будем промывать. Так вот, первое, что я хотел сказать, это еще раз спасибо Георгию Виноградову, город Москва, за то, что дал возможность попробовать это изделие. И сейчас я хочу сделать авантюру. Понимаю, что
побриться в один проход. Да-да, вы еще не догадались. В один проход, ребят. Понимаю, что глупость несусветная, потому что в один проход, если идут, то с агрессивными станками, чтобы легче было. Но те, кто на канале уже давно, уже, наверное, давно знают, что я легких путей не ищу. Поэтому поставил сюда нормальное лезвие. Ну и сейчас будем пробовать, как оно чего и пойдет. Вот в предпоследний раз мы с вами попробовали два прохода плюс добривки. А сегодня хочу рискануть попробовать один проход плюс добривки. Не случайно я тут как осел пялился на свою карту волос еще раз, чтобы так, знаете, закрепить. Ну вот сейчас вот и будем пробовать. Получится, не получится, не знаю. Ну, надеюсь, что что-то получится. На моей стороне сумасбродство, наверное, кураж. А кураж есть, сумасбродства его всегда хватало. Ну и плюс ко всему обещание компании, что эта бритва призвана как можно меньше раздражать и обижать кожу. Ну, сейчас посмотрим, что получится. Так, руку еще тоже намочу. Так, вот так намочу. Так, камешек. Фух, ну давайте. Здесь у меня вот это вот против роста волос сразу будет по всей длине. Оттягивать здесь проблематично. Здесь уже уходит вот так. Здесь начинает идти под веером. Так. Да, ребят, думаю, что кураж, конечно, он не лишний, но все-таки сумасбродство победило. Почему сумасбродство? Смус мягкий. От лезвия поставил выше среднего по остроте, но шапка пены, посмотрите какая, и он как на воздушной подушке плывет, приходится тужиться. Ну, не лучше, это я все к тому, что не лучший выбор бритвы для бритья в один проход. Ну что, будем бриться дальше. Так, это пускай еще покиснет. Когда-то, давным-давно, может быть, года полтора-два назад, кто-то из парней вышел, попенял, говорит: «Викторич, ну что ты сразу под носом бороду начинаешь брить, вот так вот, как идешь? Это же самое поганое, там самые толстые волосы, там, дай им покиснуть». Я тогда сказал, что мне это не мешает. Ну, по сути-то оно и не мешало, потому что я брился в три прохода. В один проход, то другая песня. Поэтому сейчас я, пожалуй, все-таки склонен прислушаться к тому товарищу, и пускай он еще покиснет, и поэтому пойду с этой стороны. Здесь полегче. Здесь вот это, вот так, а здесь все остальное так. Тут даже голову ломать не надо. Так, камешек. Так, ну теперь под нос лезть смысла не вижу особого. Начнем, наверное, вот отсюда туда сразу пойдем, а потом уже вот носогубные все дела. Здесь у меня всего лишь две розочки.
они вот здесь вот. И выполнены таким макаром, что с финдибобером, поэтому там чуть-чуть поплясать, все остальное снизу вверх просто идет и все. Так, я уже говорил не раз и не два, еще раз повторю, что я люблю, когда у меня под носом выбрито просто без вариантов, слоновая кость. Но в чем фишка? Здесь они у меня растут против роста вот так вот получается, мне надо будет идти. А здесь снизу вверх, поэтому я сразу снизу вверх не пойду, а по краям соберу, а потом и все. Так, ну давайте посмотрим. Первый итог этой авантюры, я думаю, не только я, но и вы тоже заметили, это вот эта вот хренотень. Тут чуть-чуть маленечко. Особой трагедии не вижу никакой. Вот здесь вообще нифига, тут даже бритва не прошла, это я забыл. Получается. Получается 60-40 где-то, 70-30, слоновая кость и ДФС. Так, на удивление неплохо, но практически на 30-40% нужны подбривки. Причем самое печальное то, что они носят очаговый характер, и мне сейчас ее нужно будет хирургическим путем просто локально каждый убирать. Есть другой вариант. Не заморачиваться, а просто нанести еще раз пену и просто все это снести нахрен. Не точечно. Но это не по науке, потому что подбривки, они всегда делаются. Если вы по росту волос идете длинными стежками, то подбривки, они должны делаться короткими и частыми стрижками. Почему так? Волос самый короткий остается. Или самый, ну неважно, там уже короткий, длинный, могучий. В этом случае для того, чтобы сбрить волос, нужно приложить максимальное усилие. И если вы против шерсти будете идти длинным стежком, усилие будет минимальным. Это просто будете давить, тупо давить. Ну и сами понимаете, да, вот дверь, ну стена. Вы давите стену и бьете. Ну, то есть разница есть, да? А если вы короткими стрижками идете, получается, вы точечно усилие увеличиваете, и вы просто стрижете, уже как стрижете. Вот именно поэтому вот такие вот тын-тын-тын. Вот. Ну, это я так думаю. Ну, как думаете вы? Вы можете сказать в комментариях. Так, ну что, давайте чуть-чуть намочим. И сразу по всему фронту. Ну, еще не надо забывать, что это мой первый эксперимент, и не совсем с правильно подобранной бритвой, что более острая бритва в этом плане могла бы дать более лучший результат, это во-первых. Во-вторых, ну, рано или поздно даже медведь начинает на велосипеде ездить. Так что я думаю, что если это не бросать и заниматься этим регулярно, то с каждым разом результат все будет лучше, лучше и лучше. Вплоть до того, что вы просто подошли так, щетине, ха, показали, она тын-тын-тын сама посыпалась, и бриться не надо будет. Шучу, шучу, а то еще кто-нибудь поверит. Так, ну давайте. Теперь уже пальпация. И депиляция. Так, это убрали. Там, где вообще не было. Да, в топку его нафиг.
Так. Это то, что я хотел с самого начала. Да чтоб тебя, блин. Ну, правда бы весь мозг. Прям смух-мух. Ну вот, вот. Так вот, вот на этот момент осталось только то, что и должно было, собственно, остаться после мягкого станка. Это подбородок. Я могу тужиться, пыжиться, глазки пучить. Прям, ух, как хотеть. Вот здесь вот убрать все полностью, но мягкий станок, ребята мои, не даст мне этого сделать. Уях. Ну, мягкий станок. Поэтому на этой же прекрасной ноте я останавливаюсь и уходим с вами на компресс. А там уже будем поглядеть, что же у нас, собственно, получилось-то. Компресс автошейф. Так хорошо, что аж прибалдел маленько. Ух, поражен. Поражен и удивлен. Так, ну давайте, наверное, до конца не будем в ее. А уже просто автошейф нанесем, и там уже будем посмотреть. Так, по привычке все время хочется встряхнуть. Напоминаю, трясти не надо. Так. Оп, ох, какой жирный, такой вкусный, хороший плюх. Как раз то, что нужно, когда на улице минус 7. Ну, к чести сказать, вот кто любит, как пахнет гранат, да? Я не отношусь к этим людям. Я его кушать люблю. А вот лайм моего все. Но его здесь меньше всего. Вот только запах, честно сказать, вот меня не воодушевляет вот в этой вот штуке. Вполне себе с другим запахом, с каким-то там, было бы даже интересно. Но это ни в коей мере не касается его рабочих свойств. Во-первых, здесь нет парабенов. Забудьте про них. Производитель прям так и пишет no paraben. А, нет, он не так пишет, он пишет free paraben, то есть парабены будут свободны, а без парабенов, вот такое вот, что-то такое прям. А кто такие парабены? Я не знаю. Просветите, идиот. Ну, я так могу догадаться, что это не очень хорошо, да? Что это какая-то фигня, которая, и вот если ее докладывают, то человеку будет не очень как бы айс. Вот это я, а вот так специально что-то даже не гуглил, не смотрел. Ребята, простите мне мою отсталость. Ну, необразованный. Че? Так, начинают высыхать. Естественно, там никакого алкоголя, поэтому сейчас, насколько это бэби, насколько смус, и как он мне там содрал, я ничего сказать не могу. Для этого нужно было брать что-то алкогольное. Ну, вот сегодня захотел именно это, потому что холодно, наверное. Но чисто по внешним признакам, ну, заценить-то можно. Кожа на шее, ну, предсказуемо красненькая, слегонца. Ну, бывало и хуже. Хотя бывало и лучше, по-всякому бывало. Но так, чтобы мягким станком, с острым лезвием, среднеострым. И сразу же против шерсти, но так я над ней еще не издевался. Но вот сегодня попробовал. Так что я считаю, что это более-менее нормальный исход. Могло быть и хуже. Здесь везде. Ну, 80-20, ребята.
80% это бильярдный шар, и 20% это ДФС, уверенный ДФС. Визуально вот так вот, вот так. Не увидите ничего. Ну нет, нет, чистенький, все. Но вот так вот, если пальпировать, то да, 20% тут еще осталось. И очень сильная подозра, что если взять да заменить этот инструмент на что-то более посерьезнее, начиная от мили R89 и туда выше, то и результат был бы посерьезней. Ну, владельцы 41-й бритв, владельцы рока от мили, вам далеко ходить не надо. Можете сразу же брать эти бритвы и пробовать. Если еще не пробовали, конечно, результат будет ого-го. Но с лезвиями вы там сами смотрите, подбирайте, вы-то уже знаете, какие вам там лезвия больше всего подходят. Ну а что агрессивнее 41-й головы? Да их много бритв, много. Так вот, я много говорю почему, потому что время от времени вот ребята в комментариях пишут, да полно бритв агрессивнее 41-й головы. Честно сказать, я, ну, только вот разве что, ну, может быть, Яковский вариант. Вот он, мне кажется, поагрессивнее 41-й. А так, чтобы вот сказать, Викторович, ну, ты говоришь много, а ну-ка давай по фамилиям скажи, я бы не сказал. Я вот тем людям верю. Если, ребят, будь ласка, у меня просьба, если знает кто-нибудь доподлинно те бритвы, которые агрессивнее 41-й головы, ну, тоже так, знаете, не вот как я услышал, а чтобы вот точно знал. Ну, это к профи, вопрос к профи. Будь ласка, напишите, пожалуйста, в комментариях, чтобы вот так, вот смотрите, вот умные люди сказали так. И я мог бы уже людям ответить, сказать, вот смотрите, вот эти вот агрессивнее. Ну, а еще один, более агрессивный, я смогу представить совсем скоро. Вы уже, наверное, догадываетесь о чем. Что же касается вот этого бэби-смусеныша, бэби-смус, разоржак. Я еще раз хочу сказать спасибо Григорию Виноградову из Москвы за то, что дал возможность попробовать эту штуку. На самом деле, все, что пишет компания вся на сайте, святая правда. Проверено, мин нет. На самом деле, этот станок более чем годен для того, чтобы исполнять ежедневную роль ежедневного бритья станка. Ну, то есть, он не сможет вам принести каких-то таких, знаете, более-менее каких-то серьезных раздражений, увечий. Он сам по себе гладенький, гладенький. Ну, и так, чтобы, если вот вообще уже, допустим, разобраться, я, ну, не шибко-то каких-то сильных отличий от мамбы, например, не заметил. Я не говорю про мамбу 70-го уровня, там может быть другое, я ее не пробовал. А вот та обычная мамба, ну, вот так вот, закрой глаза. Я бы с первого раза, наверное, даже еще не отличил бы, насколько они разны. Ну, только то, что этот люминь, а там нержа. Ну, вот как-то вот так вот. Хотя, несомненно, никого не хочу обидеть, но наверняка какая-то разница есть. Ее, скорее всего, могли бы назвать те люди, у которых в обиходе и тот, и другой, причем на постоянной основе. Я все это к тому, что разница, если есть, то она настолько тонка, что ее, ну, можно будет почувствовать только, ну, при ежедневной эксплуатации, и потом уже, поняв все нюансы, сказать, а, да, вот смотри, у бэби-смус это вот так, а вот у мамбы это вот так вот. И вот все будет рассказать. Я же, раз побрившись тем, я так вот сразу с лету бы не сказал, для меня это практически одинаковые станки, разве что материал изготовления разный. Интересная штука. Интересная, тем более за те деньги, которые компания предлагает, а что нет, вполне себе. Качество разоружения. Раки прибедняются. Ой, там, если мы там вам не угодили, то там это не ювелирка, там поищите где-то еще, ребята. Харе подолон трясти, сами себе на комплименты напрашивают. У вас нормальное качество. Чего там? Непонятно. У вас все хорошо, у вас все в порядке, все нормально. Хотя, может быть, это написали на 1 апреля, кто-то решил пошутить, тогда я пас, ребята, шутка зачетная, все нормально, все хорошо. Хороший станок, годный, особенно для тех людей, у которых деликатная кожа, мягкая щетина, просто рекомендую. Ну а для тех, у кого взрослая, средне-взрослая, и еще туда. Уха, ну я не знаю, попробуйте. Тут спецом нужно быть, чтобы таким станком выбриться. Мыл. Год назад, когда Стас прислал мне это мыло, Mediterranean 2, да? Ну, тут не написано 2, тут просто Special Edition для канала Home Like. Ну, я так понимаю, что это Mediterranean 2 был еще первый. Я его сразу не распознал. По качеству, по бритью, по своим тактико-техническим, оно, конечно же, несомненно, мне понравилось. Запах, что-то мне там как-то было не так. Но время творит чудеса. Прошел год.
Что-то там устоялось, что-то утряслось, а возможно мыло просто настоялось. Слышал я такую историю, ребята, что мыло выдерживают, мыло выстаивают, особенно нетерпеливые, даже еще и берут его и перетирают несколько раз, а потом обратно складывают. Между нами это называется там что-то там двойной помол, тарам-тарам, что-то вот типа такого. И вот, прошел этот год, и с запахом здесь стало все гуд, все нормально. То ли запах улегся, то ли я принюхался, хз. Но по факту это великолепное, чудесное, тонкое, ненавязчивое, какое-то такое, знаете, эйфорическое облачко, которое будет вас окутывать, когда вы бреетесь. По тактике техническим вопросов не было как год назад, так нет, так и сейчас. И вот когда я пробую вот такие вот вещи, для меня это нетленка. Почему? Да потому что проходит год, два, три, четыре, пять. И хорошее мыло, оно через год, два, три, четыре, пять так и остается хорошим мылом. Лишь человеческая вот эта вот натура, везде прилепить клеймо и что-то где-то как-то обозвать и поставить срок годности, она порой мешает и людей сбивает с толку. Потому что приходят люди и спрашивают, а вот год пройдет, а что там, как там, все пропало, все пропало, у меня вон там все забито. Ребята, да ничего не пропало, все нормально. Хорошее мыло, оно и будет дальше хорошим. Да, и даже вот, ну, скажем так, даже мыло среднего пошиба, как вот взять вот так, ну как, среднего пошиба, это я грубо сказал, средний ценовой для массового потребления, то же самое Прораза. Вон у меня и красные, и зеленые стоят уже не первый год, и не второй, и не третий, по-моему, уже четвертый пошел. Да все с ними нормально. Только там где-то чуть-чуть запахом не так сильно стало, там где-то, ну, а все остальное работает. Ну и от всей души, конечно, радует, что не перевелись у нас еще мыловары на земле русской, ну, украинской. То есть вот Украина может гордиться своими мыловарами. Они у нее всегда были, всегда есть и, надеюсь, ту-ту-ту, всегда будут, потому что мыло зачет. Одна беда, хорошее мыло у них не часто бывает. То есть вот надо ловить. Вот, так что вещь. За помазок говорил уже пару раз, скажу еще третий, не поленюсь. Это маленькая лошадка, которая способна составить конкуренцию даже самому большому Биг Брюсу от Розарака. Почему? Потому что она обладает своим набором свойств, который позволяет ей очень крепко держать свою позицию. И не смотрите, что у нее всего лишь 22 мм и 70 грамм весу. Он будет фигачить не за страх, а за совесть. Здесь распушается на 25, сбалансирован, ручка и помазок примерно одно дело, и кисть примерно одной и той же самой длины, что там 50-48, ну то есть все нормально. Акрил, державка удобная, там. И каких-то 15 баксов, да это вообще разговаривать не о чем. Свойства узла таковы, что он тоже сбалансирован точно так же, как и все его остальные свойства. Где надо, он мягенький. Где надо, он вам такой стояк сделает, что мама не горюй. Пену сбивает на раз, два, наносит на 3-4. И вот так вот все делает приятно на 5-6. Великолепное, чудесное изделие. Именно поэтому он прилип к рукам, именно поэтому я его не отдам. И он у меня стоит на полочке. И время от времени я его выгуливаю. Чего и вам желаю. Если кто-то еще думает себе какую-то такую недорогую синтетику, чтобы, знаете, вот до Шескега. Чтобы она вот там и с этим, и с тем мылом. Хотя синтетика всегда до Шескега. Она любое мыло поднимет, взбодрит и будет стоять нормально. Вот вам, пожалуйста, один из вариантов. Так, что у нас там по времени? А, еще есть минутка. Да. Я был прав, что выбрал от Эдвин Джаггера именно вот это сегодня. На лице осталась такая, скажем так, пленка, которая не до конца еще высохла, но из прошлого своего опыта пользования вот этим вот веществом я знаю, что ей для высыхания нужно где-то примерно от 15 до 25 минут. Зато потом выходите, у вас ничего липкого, у вас, знаете, ну, грубо говоря, ты как вот как что-то одел и на улицу пошел, и пофигу мороз. Холодно там, ветер дует, снег летит или еще что-то, ты идешь, ты просто защищенный. О. Но летом бы такую штуку я использовать не стал. Это лишняя прослойка между тобой и прекрасной природой. Она бы, скорее всего, летом мешала, а зимой она помогать будет. Хорошая вещь, хорошая, но с запахом, ребята, разбирайтесь сами. Какой вам больше по душе, какой нравится. А, да, с кошельком разбирайтесь тоже, потому что цена у нее как бы, ну, 3-430. Фиг его знает, я сейчас уже не знаю, как относиться к ценам. Потому что 3-4 месяца назад я приходил в магазин, покупал за 30 рублей сахара, и я думал, твою дивизию, 25 рублей было уже 30, ну и что?
прошли те 2-3 месяца, сейчас я прихожу в магазин, сахар уже 50 рублей. И вот на этом фоне, как-то лишний раз говорить за цену, я... Ну, короче, каждый смотрите сам. Если потянет, если ищете что-то такое, чтобы защищало, и чтобы делало приятно, ну и опять же успокаивало все, вот смотрите, уже все поспадало, то вот вам один из вариантов. Старые именитые компании, которые работают уже не первый год, да, по-моему, даже и побольше 100 лет уже, да? Да, где-то так. На этом разрешите с вами попрощаться. Добра, счастья, радости. Берегите себя, берегите своих близких. Да, и вам будет здоровья. Пускай у вас всегда-всегда все будет хорошо. Ребята, мы вот в этой жизни, в которой мы живем, мы порой страх теряем. Начинаем наглеть, начинаем выеживаться. А сами того не понимаем, что совсем недалеко от нас. Вот буквально у кого-то там на краю города, у кого-то там в 5-6 остановках есть совсем другая жизнь, где людям не до того, что мы. Они стараются выживать каждый день. Там такое творится, что, ну, это тяжело. Это тяжело. Ты идешь, а человек стоит просто тупо, уставившись в стенку, 30-40, полтора часа, 2 часа. Причина проста. Он говорить не может, у него дырка в груди. И дышать ему тяжело, потому что каждый раз, когда он начинает дышать, эту трубку забивает мокрота, он ее, суку, поймать не может. Он выдохнет, она вылетела, он ее только хватать, она обратно туда. И вот с этим бульканем он борется. И он не один такой, там много таких людей. А есть и другие, которые с бубенцами ходят, стеклянные вот такие вот шары, там у них что-то плещется, они же еще какие-то пластиковые пакеты, и у них трубочки уходят от тела. Они вот так сейчас живут. Это все к тому, что, во-первых, дай вам Бог здоровья, а во-вторых, цените все это, цените, цените и берегите каждую минуточку вашего безмятежного существования. Не надо ныть, надо просто радоваться. Ну и по мере сил, конечно, помогать всем тем, кого любите, кого бережете, кого цените чрезвычайно. Хотя бы чем-то, хотя бы как-то, хотя бы чуточку. Ну, петушок ребенку купите, что ли, там, или баранку. Там, любимую поцелуете, на руках поносите. Не в состоянии, ну, на коленке покачать, что это еще можешь. Ну все, ребят. Пока-пока, до новых встреч. Всех вас люблю, соскучился. Ну и будем постараться входить в обычный рабочий режим. Все, пока-пока. До новых встреч.